Всем доброго времени суток. Сегодня тема нашего вебинара «Суть бизнеса» или «Расскажите подробнее, когда меня спрашивают кандидаты, в чем же заключается суть нашего бизнеса». О чем мы будем говорить сегодня? Сегодня мы поговорим, первый вопрос – смысл бизнеса, второй – что тут нужно делать, третий – откуда здесь берутся деньги, четвертый – кто вам будет помогать, и пятый – что вы получите в результате. Вот эти все пять вопросов интересуют буквально всех, и новичков, и тех, кто недавно только пришел, и тех, кто еще в раздумье, приходить или нет. Сегодня мы как раз поговорим об этих пяти вопросах. А вот смотрите, что интересует любую компанию. Ну, я думаю, что многие, наверное, понимают, что любую компанию все-таки же интересует товарооборот. То есть товарооборот того, что производит компания. Неважно, какие товары она производит. От товарооборота, естественно, идет прибыль. Что мы, когда мы приходим в магазин, что мы получаем? В итоге мы получаем продукт, который произвела какая-то компания, какая-то фирма. С чего начинается продажа этой компании? Кто-то сотрудничает сразу с крупными оптовиками. Но это в основном так все идет, да, в линейном бизнесе. Что любая фирма, любой завод, любое предприятие сотрудничает с крупными оптовиками. Те, в свою очередь, более мелкими. Мелкие уже более с розничными магазинами. Да? И каждый делает накрутку около 30%. Минимальная накрутка, когда мы приходим в магазин за каким-то продуктом, составляет от 200%. То есть это 200 не окончательная цена, бывает и намного больше. Как же продают? Да? Кто-то нанимает целый штат сотрудников за зарплату и таким образом реализует через них. Кто-то реализует свою продукцию с помощью MLM-бизнеса и готов за это платить хороший процент своим партнерам. Как это происходит? Каждый потребитель пользуется продукцией в личных целях, тем самым организовывает товарооборот для компании-партнера. Чем больше развита партнерская сеть, тем выше ваш товарооборот. Сейчас мы поговорим про MLM, это многоуровневый маркетинг. Идея MLM очень простая. Нужно создать сеть потребителей, которые будут являться информаторами о продукции фирмы, а не продавцами, предоставить возможность им организовать свой бизнес без начального капитала и оказывать им высокопрофессиональную поддержку. То есть основная задача любой сетевой компании – это развить большую партнерскую сеть, где каждый будет приобретать продукцию этой компании для личного потребления. Чем же интересно это нам? Первое. Мы, как клиенты этой компании, приобретаем для себя качественный продукт со 100% гарантией от подделки по ценам производителя. То есть мы уверены в том продукте, который приобретаем. В любой сетевой компании продукты высокого качества. И мы уверены, это сделано для того, чтобы любая компания, все же хотят жить долго, да, все хотят процветать, и поэтому сетевым компаниям невыгодно производить продукцию плохого качества. Просто если что-то вам не подходит в той или иной компании, это не означает, что продукция плохая, это означает, что просто нужно найти именно то, что подойдет вам. А продукция, еще раз повторюсь, со 100% гарантией от подделки по ценам производителя. Это очень выгодно. Экономия денежных средств. Да, конечно, можно пойти там в какой-то магазин самых дешевый и купить самый дешевый какой-то продукт. Но все мы люди грамотные, все мы прекрасно понимаем, что можно пользоваться продукцией со 100% гарантией и по совершенно доступным ценам. Вот это и предлагают именно сетевые компании. И развитие своего собственного бизнеса без финансовых вложений. Об этом мы как раз поговорим попозже. Как же строится наш бизнес? Вот смотрите, допустим, пришли вы пользоваться продукцией со скидкой и строить свой бизнес, зарабатывать деньги. В первую очередь, кому вы расскажете об этой возможности? Конечно же, вы расскажете своим близким. Это может быть ваш супруг, брат, сестра, мама, папа, без разницы, подружка, там, соседка, то есть тем, с кем вы общаетесь. И рассказав им об этих возможностях, они также становятся
потребителями этой компании, да, этой фирмы, и пользуются продукцией для себя. Тем самым также они могут делиться этой возможностью, этой информацией со своими близкими. Здесь вот такой вот приблизительный план построения нашего бизнеса. Где же нам искать партнеров? Это вообще очень любимая тема наша, и не только наша, наших консультантов. Где же нам найти партнера? 99% людей хотят зарабатывать больше. Но не все об этом говорят в открытую. Есть те, кто ищет через объявление себе дополнительный доход. Что такое дополнительный доход? Многие ищут вторую, третью работу. Многие этим как-то хвастаются, да, что вот у меня 2-3 работы. Но в итоге понятно, что ни на одной из работ, если у вас 2-3 работы, вам не будут платить то, что вы заслужили, потому что, скорее всего, вы не отрабатываете по 8 часов, потому что это чисто физически нереально. А если вы и отрабатываете, и получаете, то у вас вообще нет свободного времени ни на отдых, не говоря уже о том, чтобы куда-то съездить, попутешествовать. Обращайте внимание, где искать бизнес-партнеров. Это социальные сети, это газеты, это такие странички в объявлениях, где люди пишут, что хочу, там, ищу работу дворника, менеджера, там, я не знаю, еще кому-то какую-то работу. Вот этим людям также можно предложить наш бизнес. Наша задача, чтобы мы давали информацию. Мы даем информацию, а человек выбирает, работать на 3 работах или посвятить себя одному делу, но посвятить себя на 100% и получать уже от этого дела хорошую прибыль. Как еще можно? Посмотрите по сторонам. Кого-то посокращали, да, кого-то поувольняли, кому-то не нравится своя работа. То есть обращайтесь к таким людям, пожалуйста, рассказывайте. Это может быть ваш близкий круг общения, ваши знакомые. Это может быть метод рекомендации. То есть у нас совершенно много людей вокруг нас, которым мы просто не доходим, просто не предлагаем наши возможности. О чем мы даем информацию? Мы даем информацию, еще раз повторяюсь, о том, как можно здесь зарабатывать, а не о продаже той или иной категории товаров. Какой продукт интересен в MLM-бизнесе? Вот смотрите, вообще в MLM-бизнесе что только не продают. Мы все прекрасно знаем, да, и начиная от мелочевки, кончая там пылесосами, кастрюлями, то есть товарами, которые долго у нас пользуются, которыми мы можем долго пользоваться. Какие у нас направления самые востребованные? Это продукты питания, это у нас лекарства и косметика. Это самые востребованные направления в любой политической ситуации, в которой мы находимся. Продукты питания всегда были и есть, лекарства это вообще даже не оспаривается, да, и косметика. То есть люди всегда мылись, моются и будут мыться. Какой же продукт выбрали мы? Естественно, мы выбрали продукт естественного спроса, это косметика. Почему? Но еще раз повторяюсь, люди всегда мылись, моются и будут мыться. И наша задача организовать этот процесс для того, чтобы люди мылись именно благодаря нам. Да? Давайте подсчитаем. Вот возьмем любой дом, 3-4-подъездный, да, 5-10-этажный. В каждой семье, в каждой квартире живет семья. В семье по 3 человека. Каждый человек моется, чистит зубы, принимает душ, ну и так далее. Не будем уже затрагивать тему ухода за лицом. Вот представляете, какой товарооборот идет, куда люди относят деньги. Наша задача сделать так, чтобы эти деньги, чтобы они тратили именно у нас, чтобы они приходили к нам. Благодаря этому будет расти и ваш бизнес. А теперь представьте масштабы, да, это в масштабах одного дома, микрорайона, а если это целые мегаполисы, то есть очень много все люди, не очень много, а все люди моются, и наша задача помочь им с выбором. Выбор сейчас очень большой, наша задача помочь им с выбором мыться именно там, где предлагаем мы.
факторы, влияющие на реальность этого бизнеса, то есть на выбор компании. Должна быть надежность компании. То есть прежде чем мы займемся каким-то бизнесом, мы, естественно, смотрим на то, что за компания, что нам предлагает, какое качество продукта, какая цена этого продукта, какой спрос, чтобы он удовлетворял большее количество людей, какой бренд, ассортимент, чтобы охватывал все социальные и возрастные группы, и период спроса должен быть как можно меньше. То есть этим продуктом пользоваться месяц-полтора, может быть, чуть побольше. То есть продукты вот именно такого уровня. И система доставки до конечного потребителя. То есть у нас есть почта, доставка, есть у нас доставка до дома, да, то есть у нас очень много доставок. И вот на это нужно тоже обращать внимание. Как определиться с компанией-партнер? Как же выбрать, с какой компанией нам лучше сотрудничать? Ну, во-первых, та, где платят больше денег. И у кого интереснее система бонусов. На это нужно обратить внимание. Давайте посмотрим дальше. Мы выбрали себе в партнеры шведскую международную инновационную корпорацию Oriflame. Обратите внимание, что корпорацию, то есть это очень большая компания, это инновационная компания, которая следит за своими разработками. Компания, которой более 50 лет на рынке, в этом году исполнилось 50 лет. То есть это компания-гигант с очень большим товарооборотом, с миллиардным. Компания Oriflame – выгодный маркетинг-план. Выплаты осуществляются от 3 до 22% от организованного товарооборота. В любых других компаниях 22% платится с товарооборота от 500 тысяч, в нашей компании от 200 тысяч платится 22%. Это очень выгодно. Это про то, что мы говорим о деньгах. Чем выше оборот, тем выше ваш процент в этой компании. Больше, чем компания Oriflame, не платит ни одна сетевая компания. Здесь можно просто рассчитать все маркетинг-планы. Теперь поговорим про дополнительные бонусы, которые очень интересны. Такие ситуационные бонусы, как автопрограмма, то есть с определенного уровня, с уровня директора, компания выплачивает автобонусы, на которые можно приобретать автомобили совершенно бесплатно, выполняя условия, компания оплачивает вам всю эту автопрограмму. Путешествие до 4 раз в год бесплатно, тоже за счет компании, проживание, питание, перелеты, экскурсии и так далее. Очень-очень выгодные вот эти вот бонусы. И следующее – это премии за развитие лидерства. То есть с определенного уровня в компании платится премия. Премия платится у нас в долларах, то есть на данный момент нам это выгодно, когда доллар поднялся, да. И очень можно просчитать свой доход именно помимо того, что мы получаем процент от товарооборота, мы еще получаем бонусы, которые также переводим в рубли и считаем, сколько и как мы хотим увеличить свой доход. Про доставку. У нас очень большая сеть СПО, сервисных пунктов Oriflame, по всей России. Более 4000 СПО. На 1100 городов. А бухгалтерия, доставка, продвижение – все за счет компании. То есть мы не считаем свой доход, мы не считаем свои бухгалтерские справки. Все это делает компания, мы за это не платим ни копейки. Просто каждое закрытие каталога компания присылает нам все, что необходимо для ведения документации в том или ином направлении. Давайте посмотрим, сколько же нам будут платить. Как я уже говорила, наш доход зависит от созданного нами товарооборота. То есть, смотрите, объем покупок, ваш процент и какой ваш доход. Если вы организовали товарооборот от 5000 рублей, компания вам заплатит 3%, это 150-500 рублей. Да, конечно, это небольшие деньги, но это первый возврат денег за потраченных вами денег. Если вы рассказали про такую возможность своим знакомым, двум-трем, и вы организовали, допустим, товарооборот уже от 30 тысяч рублей, ваш доход составит уже от 3 до 5 тысяч рублей.
это уже тоже достаточно приличные деньги. И если ваш доход, вы, допустим, рассказали 5 вашим знакомым, они рассказали еще 5 знакомым, и вы вместе организовали товарооборот от 225 тысяч рублей, процент от этого товарооборота составит уже 22%, и ваш доход будет составлять от 35 до 50 тысяч рублей. Я думаю, что это достаточно такая большая сумма, ради которой стоит попробовать рассказать о возможностях компании, стоит попробовать развить большую партнерскую сеть, создать товарооборот, за который, именно за который вы и будете получать такие деньги. Суть нашего бизнеса вообще в выращивании директоров. Кто же такой директор? Директор – это самостоятельно работающий человек с товарооборотом структуры от 200 тысяч рублей и выше, как я уже говорила, и с доходом от 30 тысяч рублей и выше. Это человек, который организовал такой товарооборот, который обучался для этого. И когда мы выходим на такой товарооборот, мы получаем, да, определенный доход. Конечно же, мы хотим получать еще больше. Мы хотим получать пожизненные бонусы, мы хотим получать доход, который не будет зависеть от нас, и, в общем, называют пассивным доходом. А для этого мы находим людей, которые также захотят стать директорами, которые также захотят организовать такой товарооборот. Из дохода этих людей мы будем пожизненно получать от 5% с товарооборота за то, что научили этого человека делать то же самое, что делаем мы. Итак, с каждого выращенного вами директора вы будете получать 5% пожизненного бонуса. Это очень классная идея этого бизнеса. Не буду внедряться уже дальше, сколько и за сколько вы будете директоров получать. Для этого у нас есть уже другие вебинары. Чем мне нравится наш бизнес? Тем, что наш доход официальный. Кто бы что бы ни говорил, но официальный доход все-таки влияет на нашу пенсию, влияет на то, чтобы мы зарабатывали, на наше желание зарабатывать больше, да, никаких электронных кошельков, нелегальных выплат. Все только через банк, только через ИП. То есть мы оформляем ИП, и компания нам выплачивает то, что мы заработали, все официально. Мы не скрываемся, доходы у нас все официально, все есть. И работаем, еще раз говорю, официально, легально, прозрачно на 100%. Я вообще ИП с 2000, ну, 10 лет, грубо говоря, я уже нахожусь, у меня официальное звание индивидуального предпринимателя, и все эти годы я официально выплачиваю все, у меня идет стаж, у меня идет отчисление налоговых, пенсионный, все у меня идет официально, чему, конечно, я очень рада и счастлива. Также мы официально платим налоги. Налоги с доходом мы платим всего 6%. У нас упрощенная система налогообложения. И когда, допустим, со 100 тысяч вы должны заплатить всего лишь 6 тысяч рублей. Я думаю, что это не такие большие деньги, да, что стоит пугаться, как мне недавно одна девушка написала. Ой, я боюсь открывать ИП. Что здесь страшного, я, конечно, совершенно не понимаю. А для этого у нас также есть вебинары, где мы все это очень хорошо рассказываем. Многие боятся, думают, что раз открыли ИП, вас задушат налогами. Совершенно это не так. Если мы посчитаем, сколько вы платите на официальной работе, посчитайте. Но я думаю, что вы платите в 7 раз больше. Просто вам, естественно, никто для этого про это не докладывает и не рассказывает. Вот, поэтому ИП открывать у нас совершенно не страшно. Это все официально, все реально, все быстро, и по деньгам это совершенно не затратно. Почему это не финансовая пирамида? Сегодня вот у меня был такой день, я работала, рекрутировала, и у меня был вопрос. Он сейчас попадается редко, но все равно попадается, что это финансовая пирамида. Конечно, я ответила, конечно, я поработала с этим возражением. С этим возражением я сталкиваюсь все 13 лет, что работаю в компании Reflame. И уже спокойно на это реагирую, потому что ну, не все люди вникали в это. Ничего страшного, если вы это еще раз повторите. Да? В любой компании, да, в любом MLM-бизнесе должен быть товар. Товар качественный, который нужен всегда.
В финансовых пирамидах нет хорошего и надежного продукта. Сейчас, конечно, все понимают, если вам предлагают заняться каким-то бизнесом, но вы не покупаете продукт, а просто вкладываете деньги, то это все понимают, да, что это финансовая пирамида. Поэтому многие компании сейчас предлагают какой-то товар, который или совершенно вот не нужен, или, ну, пусть он будет являться, допустим, чаем, да, но нужно вот заплатить там, допустим, там 50 тысяч, да, чтобы что-то вложить, там получить, но вы получаете этот чай. Ну, конечно, вы не выпьете на 50 тысяч этого чая в месяц. То есть есть такие вот уловки еще, обращайте тоже на это внимание. Финансовые пирамиды не живут более 3 лет. Поэтому, опять же, сколько лет компании? Нашей компании-партнеру 50 лет. А в нашей компании заработать сможет любой, без разницы, когда он пришел, раньше или позже своего партнера. В финансовой пирамиде такого нету. В финансовой пирамиде зарабатывает только тот, кто пришел первым. И еще не факт, что 5-10 человек, который под ним, что-то сможет заработать. Поэтому тоже смотрите. И все устойчивые системы, школа, армия, государство, они все построены по принципу пирамиды. Вот посмотрите на такую картинку. Вот это система линейного бизнеса. Когда многие говорят, что я вот лучше там вот свой линейный бизнес, он будет только зависеть от меня, да. Вот посмотрите, линейный бизнес, ну, у меня сразу ассоциация с магазинами «Магнит», «Пятерочка». Кто у них, естественно, есть главный, есть замдиректора, да, есть руководители отделов. Кто работает на них? На них работают простые рабочие, да, простые рабочие парни, девушки в магазинах. Как они работают до 10, до 11 часов, практически без выходных, ну и так далее. Не буду вам рассказывать, вы все прекрасно знаете. Вот она, пирамида линейного бизнеса. Если мы возьмем, в пример, пирамиду, школу, армию, да, построение, то это тоже будет пирамида. Один директор, там 2-3 заучи, учителя, ученики. Вот она вам, пирамида. Но это построение пирамиды. И что самое интересное, вот в таких пирамидах простые рабочие парни никогда не смогут стать директорами, что, конечно, очень отличает от построения в MLM-бизнесе. Что же вы получите в итоге? Вы получите успешный бизнес, который можно передать по наследству. То есть, если, допустим, вы захотели отойти от дел, вас все устраивает, и вы не знаете, что делать с тем бизнесом, который у вас есть, именно вот в компании Oriflame, в партнерстве с компанией Oriflame, вы можете просто написать близким родственникам, и компания Oriflame оформит все права на этого близкого родственника, и вы передаете по наследству. То есть это очень выгодно, очень у нас умно сделали наши основатели нашей компании. Постоянно растущий доход в перспективе. Конечно, здесь все зависит от того, что вы будете делать. Но еще раз повторяюсь, основная задача – это развить большую партнерскую сеть. То есть найти людей, которые заинтересованы в постоянно растущем доходе, которые заинтересованы в свободе, которые заинтересованы в больших деньгах, объяснить смысл им, смысл этого бизнеса, научить их. И они сами уже дальше будут расти. Ваш доход также будет расти вместе с их доходами. Автомобиль за счет компании, как я уже говорила, много свободного времени для себя и своей семьи. Что мне нравится, то что здесь нужно действовать по системе. Когда вы приходите на любое предприятие, на любую организацию, везде есть система. Вы вот даже начали с садика, в садике есть система, в школе система, куда-то пошли в учебное заведение, везде есть система. Работа в MLM-бизнесе – это тоже система. Если вы будете действовать по системе, если вы будете делать те действия, которые необходимы, то, конечно же, у вас будет результат. Что еще нужно делать? Пользоваться продукцией. Ну, про это уже много сказано, что если вы открыли свой магазин, свой ларек, да, с каким-то товаром, вы же не побежите в соседний ларек с таким товаром покупать то, что есть у вас. Конечно же, вы будете пользоваться продукцией со своего интернет-магазина, да, в своем личном кабинете. Это, по-моему, даже не оговаривается. И обучаться. Обучаться – это вообще вот это самое, наверное, главное правило, которое нужно. Придя на любую, опять же, работу, придя
Если вы хотите начать новую деятельность, новый вид деятельности, что вы будете делать? Вы будете обучаться, вы будете стажироваться, вы будете пробовать. Вы не скажете через 3 дня, ой, это не мое, у меня не получилось. Естественно, здесь нужно прообучаться какое-то время. Компания сделала очень умно то, что в течение 4 каталогов новичок обучается, новичок пытается активировать свой личный кабинет, да, начинает просматривать вебинары. И если в течение 4 каталогов любой новичок, который заключил договор с компанией, что-то начинает делать, действовать по системе, пользоваться продукцией, просматривать каждый день минимум по одному вебинару, у него не получиться не может. Конечно же, все получится. Преимущество нашей работы, преимущество работы в нашей команде – это без финансовых рисков. Еще раз скажу, что пользоваться продукцией – это не вложение. Делая какие-то заказы для себя – это не вложение. А вы же, когда идете в магазин, покупаете для себя шампунь, гель для душ, помаду, это же не называете вложением, правильно? Вы потратили на себя. То же самое делать здесь. Пользоваться продукцией – это потраченные на себя, на свое удовольствие деньги. Это не вложение. А какие же еще преимущества работы в нашей команде? Что мне нравится? То, что работать можно в любой точке вообще мира. Везде есть интернет. Если у вас есть ноутбук, если у вас есть телефон, если у вас есть желание, то работать можно везде и зарабатывать также можно везде. И получать деньги, которые компания перечисляет вам на расчетный счет, также можно в любых местах земного шара. То есть вот такие вот именно преимущества меня вообще очень устраивают. Не привязано к одному месту, это очень классно. Мы работаем в команде. Вот посмотрите, у нас вертикальное построение команды. Поэтому, когда человек регистрируется в наш проект, что он получает? Он получает поддержку. Никто не остается без помощи, потому что у нас есть информационные чаты, обучающие чаты, помощь спонсора, помощь всей команды. И неважно, в каком уровне вы находитесь в этой вертикальной спонсорской ветке, помогают вам все. Рекрутируете вы, приглашаете знакомых, кто стоит над вами, кто-то под вами. Все мы строим именно одну вертикальную ветку, которая растет в очень стремительном темпе. Это очень удобно, это очень выгодно. Если вы приняли решение сотрудничать с нами, что же нужно для этого сделать? Первый шаг – это позвонить или написать тому человеку, который дал вам это видео. Он вам откроет личный кабинет, расскажет, что для этого надо. Второй шаг – это обязательно пройти обучение, пройти, посетить вебинары. Если не получается онлайн, то можно прослушать их в записи. Этот человек вам, конечно же, даст все вебинары, все, что необходимо. Получить информацию от вашего спонсора, который вас пригласил. Третий шаг – это обязательно должен быть созвон в Скайпе, в Вайбере, потому что нужно побольше узнать о том, чем вы живете, о том, с какой целью вы пришли в наш проект, что вы хотите, чтобы именно обучение прошло так, как необходимо для вас, а не так, как видит вас тот человек, который вас пригласил. Ну и шаг четвертый – это, конечно же, действовать. Да? То есть нужно все это пройти и начать делать. В заключение что хочу сказать. Добро пожаловать в нашу команду.